для камери. Ні, ні, такі нічні. Я за тебе буду чокатися. Давайте чокатися, давайте. За встречу з такою неожиданною, чудесною, радостною встречу. А Витька буде за маму. Мама буде за маму. За встречу. Будем здоровы, да? Будем здоровы. На, сын, тебе хочу. Все меня исцеловало бы. Что это такое? Вчера так не узнала. А, мама. Вот и заболят. Все, кушай давай, кушай. О, мы в комнате поедем горьки смотреть. Мы сначала поиграем от души. А ты еще едешь? Ага. Новый день. Еще бабуль. Еще смотрите. Тихонько, тихонько. А еще покажи. Смотри, как медведь ходит. Новый день. Эриксон, новый день. Еще одну. Батарею удвоили за подход. И надежно защищает на весь день. Эриксон, абсолютная уверенность каждый день. А это что за бабуль? Ее надо покласть, я не знаю, я забыла. Мама, посмотри лошадь. Мама, посмотри лошадь. Король. Это что за лошадка у меня была? Дварь есть? Пони, что ли? Семь король есть. Пони. Нет. Пони. Ну-ка, давай еще. Вечерина, и я ничья, и ты ничей, и все ничей, и ты же ничей. И я ничья, и ты ничей, и все ничей, и ты ничей, и я ничья, и ты ничей. Мам, ну почему мы не любим? Это ты, бель-бель-бель-бель-бель-бель. Ну что-нибудь скажите. Тетя Галина и дети. А Димочка где? Похорон папы я позвонила, написала, не явились, и как пропали. Мы с Валентиной видели. А это кто? Дядя Саша. Что-то больно маленький. Я его таким нянчила, мне его подсунули. Это папа весной навесил себе. Пошел он, видимо, домой. Пап, тоже не отличник. Вот это? Какой вот это? Дядь тоже умер. Что ты лепишь? Мы это... Дядя Валя! Это Алёша, это не дядя Валя. Дед, это Алёша? Это Алёша. А вот это кто? Только дядь Толя. А тут чего? Покажи мне, пожалуйста, где я там. У Танюшки, конечно. Но это не зайцы, это не тайцы. Что это такое? Размарённое, видишь? Это Шурик. Не похоже, бабушка. Вот это похоже. Чего? Александр Дмитриевич. Это я. Отрицаю. Ну да, ты. А это Саша. Это мальчик. Ну ты мальчик. А что у него так такое? Тобой тут еще не пахло. Я. Да почему? Написала вам, да? Вот. Это кто? Я письмо написала. Это Эйна. Ну тут вот. Маленький что ли? Нет, не маленький. Дети уши. Ну вот, ты свадьба. Сейчас свадьба. Детей свадьба. Папа кого-то ловит тут. Да, дети лагерь. Это я на выпускном себе. Все живые, все нормальные. Зачем такие длинные юбки? Вообще, девушка шкалил, видно, в моем галстуке. Это не противно. Это не одного. Это свадьба твоя. Я сразу ее узнал. Мы там тоже поговорили. Жизнавод скидывал. И синтуки. Вот на этой скале мы снимались в прошлом. Это уже кто? Это кто? А вот я сейчас покажу санаторий. Это я. Это папа. Нет, здесь это мама. Это настоящий. А это я там. Найди меня. В детском месте они, матери ребенка. Ну да. Каким тетям дядя? Ой, это Ванька. А в пятый это Сэм.
Ага, крошки с печом улыбаются. Улыбка до ушей. Я уже с Кириллом. Вот чучка. Ленинград, 59-й год. А, Ленинград. Газеты приезжают. Кто? Кто? Где? Вон мама. А, я говорю, как сюда приехали? 19 лет, февраль. Было? Татьяна? А это кто? Кончила институт, приехал сюда, в университет. Мама такая хорошая фотография, только ничего не вижу. 54-й. Да что, был худший? Погоди, 54-й она год, 56-й год.